Наша планета необыкновенно красива и богата природными ресурсами. Но... мы вырубаем леса, загрязняем планету огромным количеством вредных отходов, убиваем животных, и все это для удовлетворения своих потребностей. Задумайся, что у нас останется завтра? Пустыня без единого зеленого островка? Воздух, которым нельзя дышать, и вода, которую нельзя пить? Не говори, что не можешь ничего изменить, и твое мнение все равно никто не услышит. Для начала хотя бы перестань выбрасывать мусор прямо на тротуары. Ты скажешь: да мелочь, все так делают. А ты не бойся отличаться. Начни с себя.